14 глава, 32 пасук. Метапхем. Тап – это дети. Ашер амартем лаваз ешерпут. Лаваз – это как для пренебрежения, что с ним будет, все на них будут баскуться, обращать внимание, издеваться над тобой. Пускай что-то будет с детьми. Они, то их я приведу в Эрец Исраэль, а вы, ваши трупы останутся здесь, в этой пустыне. Но ваши дети... Я понял из отрывка, что написано, что Калев и Йошуа, они единственные, кто войдет из 10 этих человек в Израиль. Понял правильно. А сколько им было тогда лет? Что? Что? Сколько им было тогда лет? Меньше, чем 20. Меньше, чем 20. Не, больше, я шучу. Я не знаю точно, Йошуа, когда вошли, Йошуа было 80 лет, когда входили. Потому что он умер 110, он был 30 лет. Калев, плюс-минус, наверное, то же самое. Я не точно знаю, но плюс-минус должно быть то же самое. Но Йошуа, когда входили, было точно 80 лет. Моше начал 80 лет быть лидером, Йошуа тоже 80 лет. А ваши дети будут блудить по пустыне 40 лет, и будет ваших расплачиваться, а вы останетесь там. Пасук 34. Здесь мы тоже еще не были, я не помню. במספר הימים אשר תרתם את הארץ, 40 יום, שבולי, סקוקו там, 40 дней, כן? סקוקו בולי בורדצ'יקי, 40 дней, каждый день год, день год, 40 יום, יום לשנה, день, год, день, год, за каждый день, בולי, получайте год, תסו את אמונתכם, будете эти грехи расплачиваться, 40 שנה, וידעתם, дальше את מעטים. אני השם, גוריל, זלול, זה איתמו ונולדים עליי, במדבר הזה איתמו ושם ימותו סנובה 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 אפשר נרס, תם בויץ, תם ותחוי תם אומרות. פסוק 36, ואנשים אשר שלח משה לתור את הארץ, כן? Есть? 14 глава, 36 пасук. Барух ата Адонай Элохейну мелех олам шеаколь нея бедваро. Со мной? Да. Ванашим ашер шалах Моше латур эта арец, что послал их разведывать. Но это не было разведка, это было латур. То, что мы сказали, как туризм. Как турист. Вяшуву вайлон. Вернулись и возмутили народ, Алла, эткола айда, леоци диба аларес, делать яшонра против земли Израиля, ваямут анашим, они умрут. Ну, все умрут. Там были не только, даже эти, что слушали, почему писать, что в ямуту, да, магефа, лифне ашем, например, лифне ашем, пишет нам Раши, במגפה לפני השם, באותה מיטה הגונה להם. То, что им заслужили, смерть, что они заслужили, какую смерть заслужили, что они чем испортились, дурили язык, болтали языком. Кен? Хотя это мысли идут, язык уже исполняется, но что идет через мозги, через голову. Хем хатху белашон, они делали решение языком, выставили, что нам ад табурам. У них начался эпидемия, что через живот до языка все эти мышцы, все это, что начало гнить от живота и до языка. И закончилось, что все перегнило там. Это разговорить, как сказать, то, что человек говорит, как называется, как это называется. Есть
Откуда идут все эти звуковые, можно сказать, звуковые, как? Связки. Ганд. Вот там все это прогнило. Это то, что было, язык. Мифа. И поэтому перед Всевышним, бота аруялем, то, что они были достойны этого, медота, то, что как меда кенегет меда. В Всевышней мере, это мы уже много-много раз говорили, меда кенегет меда. Говорим много раз, нахон. Йошуа бен Нун, векалев бен Йефуне, пасук 38-й, вене хаю мин анашим ахем, аолхим латурет аарец. Но всех 12, тоже очередной нас повторяет, что Йошуа бен Нун, векалев бен Йефуне, хаю. Они еще стали живы, хаю. Написано, стали, но шруба хаим, хаю. Хаю. Слушайте внимательно. Мазе хаю. Можно другое слово, хаю. То есть, до этого сказал несколько раз, посмотрите, что мы в холодильнике уже два дня, что написано, они остались живыми, они не умерли, а сейчас снова написано хаю. Хаю пишет нам Раши, не только Раши. Миламет мазе хаю, матер мутрумам. Что хочешь ему учить? Хаю мина рашима эм. Эла меламет, что натлу хелкам шел мераглим беэрес векаму тахтеем лехаим. Взяли вместо того, что должны были получить молитву, они получили даже больше, получили другим словом удел беэрес Исраэль, получили удел дополнительно. Не то, что должно быть, то, что каждое колено получало, и чтобы с колена всеми получали. Сейчас не дополнительно, но получили удел, называется хаю. Что нас это учит? Что говорят со своей только жизнью? Только говорят со своей. Только говорят со своей. Кем? Когда они выбрали жизнь, из-за этого, грубо говоря... Не говори грубо, говори мягче, не грубо. А? Не грубо говоря, говори мягче. Они выбрали жизнь, из-за этого на них дополнительное благословение от Всевышнего зашло. Что ты скажешь? А? По смыслу то же самое, что и говорит. Виктор, что ты скажешь? Я думаю. Не до конца понятно. Есть что? У кого есть удел, верите, все называется живет. И другие могут сказать, что кто живет здесь, он живет. А кто не находится здесь, как будто мертвый. Как будто мертвый. Раклега. Есть Раши, там несколько раз Раши пишет, особенно в дворе, что Миша дар, дар это гар. На рамете меняется гимель ведалит, Миша дар, как живет. Гар берет Исраэль, есть лой лока. Миша ло гар, каилу эйн лой лока. Кто не живет из Израиля, как будто нету Бога. Но здесь чисто по Эрец Исраэль находится под резиденция короля, так сказать. Король находится, все государство, он властвует. Но резиденция это в одном месте. А следующая резиденция здесь берет Исраэль, это одно. Тоже Эрец Исраэль называется как? Дватхараудкен тоже называется Эрец Хаим. Эрец Хаим, не только Эрец, Эрец Хаим. Что здесь есть? Почему Хаим будет быть со Всевышним? Завтра будет вынимать Тору, будем читать Ватем Хадвеким Башем Элокейхем Хаим Кульхем Хайом. Вы, что связано со Всевышним, вы живете. А кто не связан, что он не дышит? Он дышит, но это не жизнь. Настоящая жизнь, когда связана с источником жизни, это настоящая жизнь. У тебя связь с источником жизни, значит, ты живешь. То есть я так отвечаю, существуешь. Все дышат. Кен? А у меня вот такой вопрос, 37-й. 37-й, Кен? Эти люди, распускающие клеветную страну, умерли от моря перед Богом. Кен, так мы это разбирали. Кен, почему не просто умерли от моря,
Дал им есть умирать, есть умирать. Тот умирает, они умерли не просто. Я сказал, что как они умерли. И все это, соответственно, за разговор, все эти органы перегнили до языка, потому что язык болтал, есть медакина, есть меда, мера за меру. Как они мерили языком, мерили языком, но как? Все это делает них дополнительно, не то, что как все умерли. Кто-то умирал, умирал, все, забирай душу, ведет, будь здоров, до свидания, по телефону сообщайте, так забирайте, не сообщайте. Я не знаю, Барух Шем, не знаю, как забирают, чтобы никто из вас не знал. Но умерли, а мне умерли, я другой смертью, десятка. Сгнил язык, сгнило все, что было связано с языком, все эти органы от живота до языка, все перегнило. Это называется и перед Всевышним. То, дай, пожалуйста, звонок Кравилеву, когда он будет. Значит, что учим, что кто находится в Эрес-Исраэле, как будто он живет, кто не находится, как будто он не живет. Поэтому эти получили удел, значит, они остались. Мы знаем, что они остались, они не были наказаны, потому что они не грешили. Если не грешили, то они будут наказаны, наказывают за грех. А они наоборот, они были против этих всех разведчиков. Но то, что получили удел в Эрес-Исраэле, называется живым. Есть полчаса, значит, до конца урока. Сидя, можно спросить? У меня вопрос по то, что связан 37-й пасук с 38-м. Получается, все умирают, они становятся в живых. И почему-то подчеркивается, что те, кто ходили разведать землю. Вопрос в чем? Может быть то, что Йошуа и Халев, они увидели смысл и поверили земле, даже еще не будучи в земле, но они уже поверили в землю, поэтому они живы. Мой вопрос такой, человек, который признает эту землю как объективную землю, даже если он в Галуте, он может быть, он этим и живет, и даже если он не приедет, он считается как живой. И есть другие люди, живут здесь, но они не признают и землю Израиля как избранную землю, говорят, да ладно, это все. Нет, но есть разница, кто живет здесь, он уже делает митцву, он живет здесь. И как будто, скажем, если будто кушаешь, но не кушаешь, останешься голодным. И как будто тоже, то есть, например, человек хочет делать мицву. Он не сделал по причинам таким, что он не хочет дать закуп, деньги был дырка, а денег нету. Как будто я сдал закуп. Считается мне мицва, я ее не сделал. Но еще не, если человек не находится здесь, так это то, что любит, тоже беседер. Но это не тот уровень, тот, что находится здесь. Okay? Сейчас то, что повторяю, что насчет них, они не умерли, как все. Они умерли иначе. Седем. Сейчас мы разберемся с этим, потому что еще одну тему разберем. В книге Берешит, Яков с семьей попадают под голод. Йосеф находится уже в Египте. Он там Машбир это как... Скажем, Машбир, что продает всем, он при власти, голод, все говорит Яков, хлопцы, нужно запасаться пищей. Сколько будет голод, мы не знаем, но, наверное, пока еще будет длительное время, у нас еще запасы есть, нужно есть, слышал, в Египте есть пища, есть хлеб, ну, он идет туда, спускается 10 братьев, без Бениамина, Йосеф здесь, Бениамина еще папа не хотел отпускать. Почему? Менахем, почему Яков не хотел отпустить Бениамина с братьями в Египет, когда они спускались покупать пищу? Что он был единственный сын, как мы одного потерял, от Рахили, второй остался. Ефе. Так, не то, что единственное, говорит, эта семья. Это семья, есть с ними боя в дороге. Мама Рахель умерла в дороге.
Йосеф в дороге, сейчас остался один, я не отпускаю. В дороге, поэтому его не отпустили, так пошли 10 туда, эти 10, что продавали, приходят туда, там делать Йосеф, что с ними делать, то читал, читал, не читал, не могу сейчас объяснять, потому что это длинная процедура, но мы проходили там, проходили, в, они там, он оставляет, Йосеф оставляет там Шимона, как в залог, идите, весь есть брат, приведите брат сюда, поверьте, что говорите правду, Шимон останется здесь, они туда сообщают, папа, это, не очень эту процедуру любит, но не послать их снова, да, Шимон там. Потому что есть проблемы, чувствует проблемы. И, но снова голод, и он нам сказал не возвращаться без Бениамина. Что сказал Йосеф? Если нету сам Бениамина, не проходите лучше. Вы говорите, есть у вас брат, если у вас брат, если у вас брат, тогда доходите, что брат, что он существует. Привезите его, хочу видеть, я прошу его получить. Ну, предлагают папе, давай, уже могли пойти вернуться, могли принести пищу. Кто первый обращается? Нет, первый Реувен. Реувен потом Иуда. Реувен что говорит? Дай, я беру на себя ответственность, я беру ответственность, если не, так умерти моих двоих сыновей. Если я не вернусь, чтобы папа ему поверил, что он серьезный, так, чтобы кто будет говорить умерти сыновей. Но он не хочет. Пока там Иуда берет ответственность, Иуда уже полагается, но надо умерти моих сыновей. Забрать надел двоих сыновей, да? Нахон. Нахон. Мы тут говорили, нахон. Мертвец, это нет, что говорит Реувен, никакой дурак не скажет, убей моих двух сыновей, если я что-то не сделаю. Есть, может, такие дураки, просто говорят, но об этом вообще не думают, что так оно будет. Но здесь слово это слово. Слово это слово, так убей, умерти моих сыновей. Хавана говорит, заявил меня первородство, и Реувен первенец, ему положено два удела, нахон? Так, а это, если у кого-то нет, брат, у меня два удела, так будто у кого нет удела, он мертвый. Так говорят, мы так говорят, да. У кого нет удела, говорят, язык, как будто сейчас мертвый. Но здесь они получили удел, у них как хаю, живой. Потому что, что кто здесь, когда есть в Танахе, в этом, в Мелахим, что, как его, в Ерихо, король Ерихо, кто, что строил, хотел строить Ерихо, Ахав, когда берет виноградник у кого, помните? Да, помню, хоть не помню только у кого. Ахав. Ахав это царь, да? Ахав это царь? Okay. Изевель, да, царица, она поставила, по-моему, двух должных свидетелей, чтобы забрать виноградник. Нахон. Так он, брат, что говорит, ну как его, забыл тоже сейчас, говорит, халила ли мне это, все, дайте, землю дайте, для меня это мапа, хотя король, у него есть право брать, король ему что нужно, не для личного, но для королевства может брать, ему, у него есть на это власть. Ну, значит, надо дать землю, то но это что-то святое, это не только кусок земли продал, купил, торгуешь. Это эти девушки скоро видим, дочери Славхата, сейчас уйдет, их папа фигурирует здесь в конце, Махарадж Шаббат, еще этот Славхат, тоже. Знаешь, что если нету удела, поэтому написано, что эти двое, что не хаю, получили удел в Эрец Исраэль. Никуда. Седер. Вы, Моше это все рассказывает народу, народ в трауре, бой, что мы наделали. Смотрите, пасук 15, конец 14 главы, приближаемся. 40. Что? 40-й пасук. Ваяшкиму бабокер, ваялу эле роша гар. Утром поднимается народ, получили вечером кен. На Вуде его звали.
А? Навуде его звали. Как? Навуфей. Нет, это так и называли его. Это русский перевод, этот православный русский перевод. В очке ему... Вайшмим Бабокер. Утром поднялись, вернули Роша Хар на гору Лемор. Хинейну Алину Эль Хамаком Ашер Амар Ашем Кихатану. Ой, признаемся, все признаемся, дело не нарушение. Сейчас мы идем туда. Будем возвращаться. Нахон, мы сделали плохо. Айну на Маркома Шерамара Шем Кихатану. Куда идем, где сказать, что Верес Исраэль. Верес Исраэль. Вайомер Моше, лама зе атем оврим эт пи Ашем. Что снова нарушаете? Вы у лота слияк. Нет, это для вас не бы. Если не будет, то хорошим не, кончит, не кончится никак. Люди хотят делать чуву. Придумали. То есть мы плохо принесли. Сейчас хочем вернуться, будем, отдадим жизнь даже, хочем вернуться обратно. Моше Моше Рабейну им говорит, Васук 42-й, Аль-Та-Лу, не поднимайтесь, ки эй нашем бекрихан, Священ не с вами сейчас. Здесь с вами, мойте это, Священ не с вами, Священ, оставим вас зеву. Вело ты на кфу, не только что пойдете, будете убегать от них, чтобы будет видеть вас из спины, лифневихем. Враг не должен видеть твою спину, должен видеть только спереди, не твою спину. Навод. Навод Исраэль, кен. Навод. Туда раба. Навод Исраэль тоже называется навод. Он говорит, наводки. Халила ми... Польшу. Халила, так будто... Знаете, что такое халила? Дай Бог, это одна асана. Не дай Бог, это одна асана, халила. Это есть другой тоже перевод, что когда Авраам Авину торгуется за Сдом, помните? Он торгуется за Сдом, там, когда он торгуется, халила, зачем так делать? Как будто что, угрожает мазер? Упаси Боже так делать? Халил слово холь. Что такое холь? Будни, то не, есть песок, холь тоже песок, но будни, то есть кодеш, есть холь. Это обратная сторона святости. Халила, так вот, я сейчас спускаюсь духовно, это будет духовный большой спуск, падение, если ты будешь делать. Так что Авраам говорит Всевышнему, делать, судить праведных, если правильно тоже монету, так это холь, это не ломатин Всевышнему. Здесь тоже халила. Халилов, кто будет делать охоту сейчас, то, что сейчас будет потерять положение, это будет холь, это будет локоть, наоборот, что до сейчас побеждали, потом увидят ваши спины. Аль-Талу, кенешем, слышите, не с вами, не поднимайтесь и не делайте панику. Ки-Амалеки вакнани шам лифнехем, он там находится, и Амалеки, и кнани, вы нафальтем, бехер, упадете от их мечей. Алькен шавтем мехарай Ашем и лое Ашем. Всевышний будет с вами, упадете. Люди делают чуву. Нахон? Мы хотим вернуться. Всевышний принимает чуву. Здесь принимают, значит, нужно с нас. Не принимают, не всегда принимают. Есть что... Есть чува принимается сразу, есть через то, есть четыре ступени. Не принимается. Значит, нужно знать. А какие четыре ступени? То, 10 минут у нас есть. Первое. Много раз уже говорили. Первое, что человек нарушил мицват асе. Не сказал биркат мазон, к примеру. Это мицват асе, делает говорит биркат мазон. Делать чуву рассказывается, говорит, ло завтра чему халим, но сразу же прощает на месте. Без каких-то этого. А если чува от всего сердца, то на какую мы знаем, Всевышний видит. Если мицва ло тасе, это уже это немножко бунтовство, немножко довольно. Человек не кушает
не кушай с камня кошерного, не важно что. Это уже нарушение, тебе не кушать. Больше просто, это нейтральность, но ты хочу, это человек берется. Не, это чува приостановила, Йом-Кипур снял. И два, это, чува приостанавливает, не будешь наказан, но еще не снимают. Пришел Йом-Кипур, снимают. Люди уложить Йом-Кипура, чтобы потом пошел на свет мир для души без греха, только Йом-Кипур снимают. Вот первое, еще сказал, не сказал Беркат Амазон, сразу на месте. Второе, чува приостановили, Йом-Кипур снимают. Третье, карет, метод бейдин, это есть тоже чува, но чува в Йом-Кипур приостановили, не только чува, чува почти не делает. Нужно, без этого невозможно. Пришел Йом-Кипур, это сейчас приостанавливается, не будешь наказан за это, но еще не снимается. Что снимает? Мучение. Так что промучается, сколько, не знаю. Каждому по-разному. И не каждый человек, кто за то самое нарушение получит то же самое, каждый по-разному. Значит, если это метад бейдин или карет, что-то больше, это чува в Йом-Кипур приостановили, а смерть снимает. А мучение снимают. А если хилуль ашем, что где-то бы порезал, чтобы все смотрели, что смотри, какой он, я знаю, или смелый, или ненормальный, чтобы всем сказать, как я хвастаться, что он, как он нарушает, только смерть снимается. Дело в чуву. Йом-Кипур, но когда умрет, этот грех не будет ему считаться. Хотя он самый большой. Но вы получите, и мучение тоже на это еще не все снимает. Только снимает смерть. Хотя, повторяю все дуру, и пишет Йона, Рав Йона, не наш, что пишет эту книгу, а Рав Йона, что был решеним, рабейну Йона во время решеним, во время Раббана, он пишет, что и даже такие снимаются, что нужно делать. Мида, кенегет мида. Дело хилер ашем бефаресия. Знаешь, какое бефаресия? Бефаресия. Мефурсам, что все видят, знают, делай сейчас, делай кидуш ашем тоже. Обучай Тору других, делай вот много вещей, что нужно. Тора все помогает, но оно не полностью, но помогает. Но есть бефаресия, что она тоже может это менять, что тоже мида, кенегет мида. Рамбам так не говорит, Равьона так говорит, они на том же уровне. И тот решен, и тот решен. Мошем говорит, не подниматься, вернулись сюда, они поднимаются, те маленьких небе. Так что проблема? Делай чугу, я спрашиваю. Проблема в том, что сейчас, я снова скажу, ты снова нарушаешь. Не идите сейчас. Потому что они там с вами, слышно не с вами, зачем идти? Они не слушаются, хотят снова сейчас. А можешь что-то решать, значит, лучше, чем Моше Рабейну? Все, проиграйте, этот бой проиграйте, будет так спина, это хилуль ашем. Это тоже хилуль ашем, что сейчас делается и в Азии, и в Ливане, тоже хилуль ашем. Если мы не проиграем, то хилуль ашем. Но сильно нагрешили. Вапилу лалот, вяпилу, надо все-таки поднимается, Барон Брит, на Моше и Арон Брит не двигаются. Ваере там Алаки, вакнани спустили туда сверху, еще Барагу, ваякум, ваяктума там ад хорма. Спустили и перебили там всех. Ад хорма. Ад хорма. Вешема Маком, это место называется тоже, вот из этого называется, есть такое место, называется Хорма тоже. Хорма. То есть получается, они могли сделать шуву, беда, кенегет меда, и тем самым... Я не знаю, что могли делать, им же не могли делать, уже вынесли приговор, уже нельзя делать. Но добавишь то, что это, можно ли что-то сделать, я не знаю, потом скажут, что умрут. Тоже есть разная смерть, можно умереть, как умирали в пустыне. Сажали в нору и... Каждый себе 9 ава, это было, когда вернулись, это было 9 ава, в тот день, что плакать, будете плакать
многом тысячной селе, где благо кажется, сделали братскую такую могилу, все там ложились, утром кто поднялся, не поднялся, вставали там. 9 августа это происходило? Всегда 9 августа? Каждый год 9 августа. Мог быть уверен, если не умер 9 августа, а там кто-то, значит, он целый год проживет. После 9 уже была надежда, что лоход минимум год. Но обычно всегда кто-то ложится, может со мной не случиться. Значит, умирали, каждый год умирали плюс-минус 14 тысяч. Значит, всегда там был сначала 600 тысяч, ну, можете смотреть, это не со мной, это не со мной. Но было, что было. Понимаете, мы будем проходить, если еще 2-3 минуты, что-то... Это тоже... Ваю бней Исраэль бамидбар. 15 глава, 32 пасук. 15:32. Ваю бней Исраэль бамидбар, ваимцеу иш мекоше шейцим. Мазы мекошеш яйцин? Да, что это значит? Собирай деревья. Собирай яйцин. Мекошеш, может быть, и... Это Яуб бемидбар, значит, это будет знать, что были в пустыне. Несу бе... Видите, что это... Как не в честь чего-то хорошего, что только один был. В принципе, это был один. Сказать, что это хороший пророк, наоборот. Говорит, что... То... Был, пишет Раши, что Бегнуша Исраэль, это важно, что Ло Шамру Эла Шаббат Ришана. Вот первую субботу все соблюдали, вторая суббота уже полетела. Если у нас такой клаль, закон, если евреи сейчас тоже соблюдают две субботы, приходит Мессия. Две субботы, там была одна суббота. Не будем. Мусим от Мекошеш, но как перевод Мекошеш? Собирай. Собирай, так написано? Да. Написано собирать хворост. Но хворост. Хворост, не знаешь? Нет. Тоненькие такие. Иди в лес. Для чего там? Огонь развести? Бета. Я жил в деревне, а сейчас вот лес. Да? Нет, ветки большие, тонкие, если такие есть, чтобы разжечь, там точно, чтобы горело. Хворост бывает разный. Берешь на плечи, потом несешь домой. Ходил в лес. Много раз это я делал. Не раз, и не 5, и не 10, и не 20, и не 30 тоже больше. А есть какой-то комментарий, кто это и зачем он сделал? Кен. Да? Здесь ничего не пишут просто. Есть. Знаешь, кто знает, кто это был? Абашель Ноцхат Славхат. Да. Значит, это был Славхат. Зачем он это сделал? Есть причина, но если сегодня не успею сказать, напомните мне завтра. Есть причина. Ну, скажу вкратце, на этом законе, то не будем продолжать тогда. Он хотел, это был, он делает это из-за праведности. Не наоборот. Почему? Показать, насколько важно, чтобы за это смертная казнь. Его предупредили, за все делать. Несерудное, что это было, да? Как Давид Амелех тоже делал, чтобы показать, что из-за этого наказывают, тоже будет, да, есть тоже такие вещи. Видишь, чтобы понять, насколько это суббота очень важна, что если у него из-за этого есть смертное наказание, так сказать, тем более, а когда может быть смертное наказание? Сидя предупредили. Видишь, его предупредили он делает. Еще больше подряд, потому что тебя допускают, тебя убьют, ты смертняка, тот человек сразу, ну да. А можно добровольно отдавать свою жизнь вот так? Можно так добровольно отдавать свою если жизнь? Если он садик хотел, как Аарон делал на Золотого Тельца, взял на себя, почему? Аарон не наказывает, он делал, почему наказали народ, тоже взял на себя. Есть кто это делает Лешем Шамаем, Пинхас шел это делать, когда убил этого колена Шимона. Тоже, что он знал, что может умереть, тоже он сделал, потому что есть хилуль Ашем большой там в этом деле, когда было с этими с медянками, так вот,
Если Рава Линского нет, то не будем здесь молиться. Тогда может так сказать. И может придет там посмотрим. Можно так сказать про детей сыновей Арона, что они тоже специально сделали, чтобы показать, что так нельзя. На них так не говорят. Хотя они тоже знают как Тора, дух Торы. Они этого не делают. Они, но что говорят, что делают, так делают. Там говорят, там где-то есть масоны, есть передача. Ясно. То. So,